Дмитрий, скажите, пожалуйста, что как для вашей компании, что вот это за мероприятие, что оно для вас значит? Вы знаете, мы считаем, что очень важно максимально поддерживать молодые таланты в области программирования. И на самом деле вот это мероприятие для нас это фактически чествование профессии программист, а также возможность поддержать молодых и талантливых ребят в нашей стране. А вы планируете после вот этого мероприятия, может быть, найти каких-то специалистов и к себе их пригласить? Да, конечно, нам бы это очень хотелось, но на самом деле самой главной вещью все-таки мы считаем именно популяризация профессии программиста. Мы вот сейчас в этом году делаем такую уникальную вещь. Мы будем завтра транслировать в прямом эфире это соревнование на наших сайтах. И самое главное, мы постараемся всей нашей огромной аудитории, более чем 20 миллионам пользователей, которые заходят к нам каждый день, про нее рассказать. То есть мы хотим, чтобы страна своих героев и больше и больше молодых ребят выбирала профессию программиста. Это для нас самое важное и самое главное. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а зачем нужны программисты, по вашему мнению, в нашей стране? Чтобы на равных конкурировать в мире на современных технологиях. Сейчас в России достаточно уникальная ситуация. Есть не так много бизнесов и компаний, которые могут на равных конкурировать на интеллектуальном поле с западными крупными бизнесами. И на самом деле Mail.ru Group – это одна из таких компаний. Фактически мы без использования всяких нефтяных и природных ресурсов смогли построить бизнес, который сейчас фактически эффективно конкурирует с большим количеством зарубежных конкурентов. Многие студенты, преподаватели, сотрудники нашего вуза являются пользователями ваших услуг и сервисов. И вопрос, какие новые функции скоро вы введете, чтобы мы уже подготовились к этому? Знаете, мы, к сожалению, никогда не рассказываем про наши планы. Как я вам до этого говорил, рынок очень конкурентный, поэтому мы постараемся, как только какие-то новости будут вам сказать, к сожалению, пока мы план не разглашаем. Большое спасибо.